Почему тебя отправили работать на эту пожарную вышку? Просто я везучая, наверное. Я ошиблась с направлением ветра. Я должна была быть с ними. С ними и погибла бы. Такая у нас работа. Эй, стой! Не бойся меня. Да, я посмотрю, откуда кровь. Она не моя! Ты попал в беду? Кто-то другой попал в беду? Папа сказал, если с ним что-то случится, нужно найти того, кому можно доверять. Вам можно доверять? Мы всегда гарантируем результат. Так обеспечьте его. Коннор. Те мужчины, которые преследовали твоего отца, ты видел их лица? Это они. Бежим! Усложним им немного жизнь. Слушай меня, Коннор. Беги. И не останавливайся. Огонь уничтожает все на своем пути. Ты готова умереть за этого пацана? Глубоко вдохни. Задержи дыхание. И ныряй. Что дальше? Посмотрим страху в глаза. Те, кто желает мне смерти.